признаться, я знаю, о чем вы подумали. Сколько лет этой программе и выпуск какой давности вы смотрите? Спешу развеять ваше недоумение. Это наисвежайший выпуск молодежной редакции в новом стиле и обстановке. Добрый вечер, дорогие телезрители. Приготовьтесь к путешествию во времени вместе с молодежной редакцией. Сегодня в выпуске. Самой машины времени мы вам не покажем, а вот автомобили разных времен, пожалуйста. Танцы из прошлого века, веки нынешним. Кому на обуви нужны железные набойки, чтобы топалось громче? И кто до сих пор снимает на пленку? Молодые фотографы со старыми фотоаппаратами. Молодежная редакция в духе ретро или ретро в духе молодежной редакции. Как бы то ни было, мы начинаем. Такой интерьер мы придумали не только для того, чтобы создать атмосферу прошлого века. Эта обстановка была бы пустой без нашей сегодняшней гости. Это Даша Бойцым, джазовая певица. Даш, ну сразу вот такой вопрос вот с порога, но он не касается музыки. Скажи, вот к сегодняшней съемке долго готовилась, собиралась? В принципе, не так уж и долго, около 30 минут, как обычно, в принципе. Макияж и прическа – это повседневная, разве что горжетка и все. Даш, скажи, как ты сама называешь свой стиль и давно ты в образе, так скажем? Свой стиль, скажем так, года 2-3 назад я бы назвала это стилем ретро, да, сейчас сказала бы, что это эклектический стиль, потому что разные элементы, они, скажем так, не все из 20-х годов, то есть что-то из 20-х, что-то из 40-х, из 30-х, то есть скорее это эклектика. Даш, ну я думаю, настало время спросить о музыке. Вот ты занимаешься джазом. Расскажи, вот что тебя вдохновило на такое направление в музыке? Вообще это как-то очень так странно и достаточно плавно получилось. Наверное, где-то в 8 классе просто вот в одно прекрасное утро проснулась, и в голове крутилась песня «Summertime», наверное. Все ее слышали, да? Элла Фицджеральд. И самое странное, что прежде мне эта песня не нравилась абсолютно, и она даже как-то раздражала. А в то утро она просто ниоткуда появилась, и в голове вертелась, как какая-то мелодия. Я уже не выдержала, значит, пошла в музыкальный магазин ближайший и спросила у продавца вообще, что это за песня, потому что я даже не знала, кто ее поет, что это. И, собственно говоря, это был мой первый диск джазовый, но после этого уже пошло-поехало. А можно тебя просить вот сейчас напеть что-нибудь нам? Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the corner is high. Oh, your dad is rich and your mom is good looking. So high. Little baby, don't you cry. Недаром говорят, что в джазе только девушки. Слава богу, в молодежной редакции есть место и для представителей сильного пола. Следующий сюжет для настоящих мужчин. Для них любимая музыка – это рев мотора автомобиля. Додж 1939 года выпуска, как с картинки или из кадров кинофильма. И у киношной, и у реальной мафии такие, не только такие модели были в большом почете. Модель похожа на те, что часто показывают в кино об Америке 40-х. На самом деле штатам именно этот конкретный экземпляр обязан только своим происхождением. Американец сменил гражданство в годы Великой Отечественной войны. Было прислано 7 доджей по одному на каждый фронт. Этот автомобиль возил командование 2-м украинским фронтом. Вот, до наших времен их осталось только 2. Капот. Береги автомобили. Сергей Капитанов каждую машину реставрирует самостоятельно. Автослесарь, маляр, жестянщик. В его коллекции 8 авто. Среди тех, которых он вернул из очереди на металлолом, Opel Olympia. Он тоже побывал на войне, но в отличие от Доджа, успел послужить армии фашистов. Это автомобиль Opel Olympia, 36 года выпуска. Принадлежал майору Абвера. Во время войны его взяли в плен наш советский разведчик Амич. И ему в подарок подарили этот автомобиль, он на нем вернулся с фронта. Пока ехал, на дверях у него была свастика, его чуть свои не расстреляли. Потом он остановился, свастику закрасили и дальше благополучно доехал.
Врагу этот «Опель Олимпия» уже давно не служит. Впрочем, и внукам разведчика-победителя в хозяйстве не пригодился. Над таким приобретением Сергею Капитанову пришлось трудиться 2 года. Кузовные работы самые сложные, потому что там все было в печальнейшем состоянии, и все было сгнившее очень. Пришлось некоторые детали изготавливать заново. Всех своих пациентов коллекционер-реставратор находит в Омске. Единственное исключение – «Опель Эйфель». Он приехал из Тары. Правда, не на своих 4. Эвакуатор превышал стоимость автомобиля в 10 раз. То есть, чтобы мне ее достать, ее старый везли, почасовая оплата. И получилось, что за эвакуацию переплачиваешь больше, чем за сам автомобиль. Сергей Капитанов поддерживает и реставрирует и легковые достижения отечественного автопрома. К нему попадали и запорожцы, и Волга. Но гордость коллекции все же знаменитый «Додж». С него и закрутилось такое необычное увлечение. Мне нравится стиль тех лет, 30-х-40-х. А 50-60-е уже другой был стиль. То есть уже, например, фары были внутри спрятаны в крыльях. А здесь фары над крыльями, как бы меня больше привлекает. Это же как бы эпоха определенная, да? И вот она дышит прямо этим всем. Предыдущий железный герой нашего сюжета во многом похож на этого. Но стали бы мы показывать вам 2 одинаковых автомобиля, которые отличаются только цветом. На такой машине американская мафия, конечно, не разъезжала. Да и вообще в Америке и в нынешнем веке, не говоря уже о прошлом, редко можно встретить наши авто. Впрочем, такую победу 1956 года выпуска и на российских дорогах теперь увидишь нечасто. 2 автомобилиста, 2 веселых друга. И для счастья им нужна 1 победа. Обе фразы об этих товарищах. Евгений Золотарев и Вадим Анохин предпочитают машины постарше. Чтобы вернуть к работе ГАЗ М-20, пришлось потратить 5 лет. Забирали мы его. Очень тяжело. Была зима, было очень холодно. Она не заводилась, не каталась, никак не передвигалась. Из гаража ее еле-еле джипом вытащили. Пришлось идти эвакуатором, хотя хотели на трассу. В их автомобиле каждая деталь родная. При реставрации команда старалась во всем соответствовать оригиналу. Над старыми машинами и работать трудно, и к управлению таким авто тоже надо привыкнуть. Но все старания и усилия становятся не напрасными. Стоит оказаться в одном ряду с десятками безликих и одинаковых машин. Так просто по городу вечером прокатиться приятно. Вот. Но масса положительных эмоций, приветствующие взгляды теплые. Приятно передвигаться на таком автомобиле. Хотя возникают некоторые сложности. Это не современный, за который сел, нажал кнопку и поехал. Здесь нужно чувствовать машину, вот, и уместнее обращаться. Тоже у старинных автомобилей есть душа, у каждого. Если бы железных коней, как животных, заносили в отдельную красную книгу, то такие особи обязательно бы попали на ее страницы. Возможно, такое издание скоро появится. И через лет 80, а то и 100 в него занесут, например, сегодняшние «Лады Калины». Если, конечно, хоть один экземпляр сохранится. Ретро-автомобили – хобби не из простых. Да уж, не из дешевых наверняка. Да, скажи, пожалуйста, у тебя кроме одежды есть еще какие-нибудь вещи ретро? Наверное, можно сказать, что у меня есть украшения арт-деко, то есть это того периода 20-30-е года, но их очень сложно где-то найти, но никогда не знаешь, вот, где найдешь какую-то интересную вещь. И, наверное, пластинки, но пластинки остались от бабушки, вот, и проигрыватель такой. А вот для героев нашего следующего сюжета увлечение ретро не подразумевает никаких затрат. Они коллекционируют танцевальные па. Если во время просмотра следующего сюжета вам не удастся усидеть на месте, то готовьтесь к жалобам от соседей снизу. Буги-вуги, джаз, рок-н-ролл. Эти танцы раньше были хитом дискотек. Теперь их могут исполнить немногие. Не говоря уже о танцах постарше, Чарльстон и Чечетка. Их сменили брейк-данс и тектоник. Но ритмы прошлого века творческой молодежи и сейчас не дают усидеть на месте. Соответствующий костюм, несколько вступительных па, и танцор переносится в атмосферу той эпохи. Наверное, каждый, кто слышит этот ритм, сразу же понимает, о каком танце пойдет речь. Чечетка, степ или клакет – все это варианты названия одного из самых популярных эстрадных танцев начала 20 века. Тогда о нем было принято говорить – чечетка – танец, который слышен. Ты
Легенд о возникновении этого танца существует очень много. Начиная со времен начала нашей эры, когда шаманы пристукивали стопами, колдуя у костра, и заканчивая более поздними веками, когда танец исполняли рабы в холодное время, пытаясь согреться. Начинается все, безусловно, не сразу с ударов носком или пяткой. Это просто ребенок задает определенный ритм. Мы зачастую включаем метроном. Это без определенной звуковой нагрузки, просто идет тактовая частота. Ребенок ориентируется на этот звук, попадает в ритм. Ну, как для музыканта, в общем-то, это очень полезно. Детям развивать чувство слуха. Элегантный костюм и трость, как у Чарли Чаплина. Но главное – ботинки с железными набойками. В степе важно не только, чтобы костюмчик сидел. И даже выбирать музыку для танца не обязательно. Четкий ритм задает сам танцор, отбивая звуковой рисунок танца. Что такое сам по себе танец? Это не просто набор движений. Это определенная смысловая нагрузка. Это перестроение рисунков. Это, возможно, сюжет какой-то. Вот один из номеров, который у нас есть, степовый, он не несет определенной смысловой нагрузки, но в нем есть свой изюм. Это тросточка. И вот с этим предметом мы немножко чередуем удары палкой и удары ногами об пол. Главное не просто выйти на сцену и повторить заученные движения. Танец нужно прожить. В этом уверена Алина Нарудбекова. Рассказать с помощью мимики танцевальных па целую историю, передать эмоции и чувства. Этому мастерству она учится уже 6 лет. Я считаю, что вообще любой человек, который выступает на сцене, должен показывать эмоции, с которыми связан, допустим, этот танец. Потому что это очень важно для работы на сцене. Это, ну, показываешь, ну, насколько тебе, допустим, даже не безразличен танец. Если ты будешь с таким каким-то кислым лицом танцевать, это будет некрасиво, и человеку будет даже просто скучно, и ему будет, ну, можно сказать, все равно, какую ты там технику показываешь, а эмоции тоже много всего дают. Времена, когда чечетку танцевали только в деревянной обуви и только чтобы согреться, давно прошли. Любители этого танца из 21 века пытаются придать ему как можно больше современности. Танец, который помладше чечетки на пару десятилетий, это джаз. Стиль исполнения подсказывает сама музыка. Джазовый танец – это одно из направлений, которое помогает, так сказать, более лучше слиться с музыкой. Использовать настроение балетмейстера в постановке, ярче выразить, какой-то характер придать. Танец – это та же жизнь. Бывает и весело, бывает и грустно, бывает познание каких-то новых эмоций. В танце это все отражается. Все, что есть в жизни, вы можете найти в танце. В джазовом в том числе. Чикаго, кабаре, чертовы янки. Бродвейские шоу на основе джазового танца в свое время покорили избалованную европейскую публику. Джазовые импровизации – это микс из движений всех танцевальных стилей 20-30-х годов. А как самостоятельное направление он возник в 50-х. Понятие джазового танца, оно намного шире. Охватывает сейчас и, так сказать, территориально много стран. Каждый регион вносит, каждая страна свою особенность. То есть мы знакомы с американским джазом, с французским джазом, классический джаз. То есть, в принципе, и то джазовый танец, но добавляет каждый народ, если можно так сказать, добавляет свои штрихи, чтобы танец был более полнокровным. В джазе только девушки. С этим на все 100 согласна Лада Дросткова. Ведь этот танец отличается мягкостью и элегантностью движения. В нем нет строгих законов и правил. Все движения, композиции, рисунки – импровизация хореографа. А костюмы только подчеркивают некоторую загадку танца. Джазовый танец – это тот танец, который передает почти тоже все чувства, как и любые другие направления, но джаз – это более ритмично, более эластично, как-то движения все собраны, все это красиво, и все костюмы интересные, как бы. Мне они все нравятся. Они очень красочные, очень яркие, и, само собой, они очень-очень красивые. Современный или ретро-танец? Сегодня такой выбор делать совсем не обязательно. Во-первых, танцевальные па самых разных эпох можно замиксовать по собственному рецепту. Но если такой коктейль не по вкусу, можно брать за основу определенное направление. Мода – величина переменная, и в творчестве это понятие неуместно. Главное – это стиль, а у него нет срока годности. Я нарушу атмосферу 20 века одним посторонним предметом.
Даш, подскажи, я у тебя на странице нашла очень много фотографий самых разных. Ты сама придумываешь идеи для фотосессий? Да, сама придумываю. Я познакомилась с одной художницей, и она подала мне идею, вот, которую я до сих пор руководствуюсь. Идея заключается в том, что каждый фотосет, он должен обыгрывать какой-то сюжет из книги, либо какого-то героя. Может быть, это навеяно будет показом мод Диора, Версачи или еще что-то в этом роде. Какие-то идеи приходят мне в голову, которые, бывает, не оставляют меня, да, и я чувствую, что их нужно воплотить. А ты не увлекаешься фотографией? Вот сама не пробовала фотографировать? Сама нет, не пробовала. Мне скорее интересна именно сама постановка, сам процесс придумывания фотографий. Так, у меня тут, конечно, аппаратура не последней модели, но все же давайте кучнее, давайте сделаем снимок. Чтобы посмотреть, удачный ли сделал снимок герой нашего следующего сюжета, придется долго ждать. В чем секрет популярности пленочных фотоаппаратов? В объектив смотрела и перед ним позировала Регина Кутузова. На первый взгляд может показаться, что это фотосессия конца 20-го столетия. На самом деле, из прошлого века здесь только чемодан, граммофон, грампластинки и, конечно, фотоаппарат. Но зачем снимать на пленку, если можно купить цифровик и ограничить свое творчество объемом карты памяти? Советские фотоаппараты опять в моде у креативной молодежи. На этот фотоаппарат сделана большая часть его детских фотографий. Теперь Антон Топт сам может запечатлеть на пленку что угодно и кого угодно. Если нет в кадре человека, то нет кадра. Все отходит от персонажа, от самого, от человека, которого ты снимаешь, а дальше уже приходит и вот фон, антураж. Старенький «Зенит» у них на двоих с отцом. Правда, теперь Антон стал пользоваться им гораздо чаще. Студент-фотограф по долгу будущей профессии умеет обращаться с самыми навороченными моделями цифровиков, но снимать на пленку любит куда больше. А если снимаешь на себя, как сказать, это как киндер-сюрприз. Просто игрушку, ну, кому интересно ее покупать? А когда она там, и ты точно не знаешь, какая она, вот ради этого ты и берешь ее. В общем, ты не знаешь, что получится. Ты точно не уверен. И поэтому радуешься больше, когда получается что-то стоящее. Оценить снимок, сделанный на цифру, можно через пару секунд после нажатия кнопки спуска затвора объектива. А чтобы проверить, удачный ли кадр вышел на пленке, придется набраться терпения и первым делом набрать раствор проявителя в специальный бачок. В этом пластмассовом резервуаре и начинается весь процесс проявки пленки. Пленка заряжается вот в данную катушку, в которой есть спираль, специально, чтобы, ну, она там комфортно располагалась. После того, как пленка закручена в спираль, она вставляется в бачок и закрывается крышкой. Все это происходит в полной темноте, потому что если хоть чуть-чуть света на пленку попадает, она засвечивается и кадров из нее уже не получится. Чтобы выйти из сумрака, фотографу нужно сделать свою пленку нечувствительной к свету и смыть остатки непроявленного серебра. До этого, спустя 15 минут помешивания катушки в бачке, заливается новый раствор – фиксаж. Он стоит сейчас 5 минут, потом мы посмотрим на результат, что получилось. Можно уже вынуть, посмотреть пленку, и если она стоит того, чтобы фиксировать ее дальше, если кадры получились, то мы фиксируем еще 10 минут, и тогда у нас уже готовая пленка получится. Далее из готового негатива нужно получить сам снимок, чтобы было что поставить в рамочку. На этом этапе нужна фотобумага и фотоувеличитель. Фотобумагу, на которой уже есть скрытое изображение, которое мы засветили на фотоувеличителе, мы погружаем в ванночку с проявителем. Фотографию, сделанную на старый пленочный фотоаппарат, приходится ждать долго. Но в этом и вся изюминка – сделать снимок своими руками, а не одним только пальцем, которым жмешь на кнопку. И сам снимок получается необычным. В наш век технического прогресса пленочным фотоаппаратам едва ли грозит вернуться в массовое производство. Скорее, старенькие «Зениты» так и останутся техникой для фотографов-энтузиастов. А еще – наглядным пособием на парах по истории фотографии.
Мы всю программу говорили об увлечениях и вещах, которые были популярны во времена, которые мы с вами знаем только из рассказов и учебников. Далее в молодежной редакции рубрика «Родом не из чего-то там, а из нашего с вами детства». Любимый телеведущий мальчишек и девчонок 90-х Юрий Николаев и его утренняя звезда. И если на Первом канале эту программу уже не увидеть, то на 12-м найти конкурсантов легко. С сегодняшнего вечера в молодежной редакции дневник конкурса «Утренняя звезда». Передача «Утренняя звезда» в телепрограммах миллионов россиян появилась более 20 лет назад. Это кадры одного из выпусков. 1992 год. Город Москва. А это съемки наших дней. Год 2012. Тара, Омская область. Кроме места и времени действия, между старой и новой утренней звездой есть как минимум 173 отличия. Именно столько юных талантов из северных районов области приняли участие в первом зональном отборочном туре. Неизменным остается калейдоскоп эмоций зрителей и участников. И, конечно, тот, без кого утреннюю звезду уже нельзя представить. Всегда ваш Юрий Николаев. Любимый телеведущий, народный артист России, звезд с неба не хватает, а ищет их в нашем регионе. Утренняя звезда сменила прописку. С сентября по декабрь юные танцоры и певцы Приртышья будут зажигать на отборочных турах и гала-концертах. До 16 и не старше. Одно из условий конкурса – утренняя звезда. Лично меня, как участницу, на сцену уже не пустят, а вот за кулисы пройти можно. Здесь сейчас очень много участников. Кто-то готовится выйти на сцену, а кто-то уже выступил. Вот Соня Котелкина. Соня, привет. Ты только вернулась со сцены. Расскажи, как впечатление. Я волновалась, но думаю, что все сделала хорошо. Я старалась, репетировала каждый день с учительницей. А кто за тебя сегодня болеет в зале? За меня сегодня болеет моя учительница Шусько Татьяна Владимировна, ее дочь, мои одноклассники, бабушка, мама. Какой берет, какой фасон, какой берет, какой фасон. Сначала отборочный тур в Таре, потом гала-концерт. На одной сцене звездочки из 8 районов области. К конкурсу Софья готовилась с большой ответственностью. С утра в школу, после уроков репетиции. Мне понравилось, как Соня выступала. Я за нее болел. Мне понравилось, как у нее была и песня хорошая, и голос у нее был хороший. Посмотри других детей, посмотри, как они себя ведут на сцене, как вообще они держатся, даже как за кулисами, правда? Потому что мы разные видели, кто-то прям вот так трясется, а кто-то совершенно свободно выходит и начинает петь и все показывает на сцене. Так что всякий опыт хороший. Никита Сигунов по сцене ходит как король поп-музыки. Лунная походка у юного танцора получается без единой запинки. На утренней звезде выступил в прямом смысле блестяще. Мне мама рассказывала о нем. Потом я его увидел по телевизору, и он мне очень понравился. А чем? Лунной походкой понравился. И я начала его учить. Но теперь все движения удаются? Да, удаются. Все движения, как он делал. Засиять так, чтобы тебя заметили. Эстрадный вокал, народное пение, хореография. Бороться за путевку на большую сцену ребята со всей области будут в этих трех направлениях. Для меня совершенно не важно, с кем ребенок занимался. С соседской, соседкой, либо с тетей, либо с бабушкой. Мы не идем по пути, так сказать, каких-то музыкальных школ, каких-то специальных училищ.
для одаренных детей. Для меня самое главное, чтобы на детей обратили внимание. Мне очень интересно посмотреть этот конкурс. Дело в том, что участвует моя дочь в ансамбле «Школьные годы». Она участвует. И я пришла за этот ансамбль «Школьные годы» и «Юность». Поболеть. От нашего класса девочка выступает, мы за нее болеем очень. Мы пришли за нее поболеть, поддержать ее, чтобы она не волновалась и хорошо выступила. Пришли просто душу свою порадовать, на детишек посмотреть. Это же прекрасно, когда наши дети не болтаются, занимаются хорошими делами. Звездочки из северных районов области уже дебютировали на «Утренней звезде». Остальным талантам это еще предстоит. Впереди зональные отборочные туры в Называевске, Щербакуле, Калачинске и Омске. А победителям летом 2013-го предстоит привыкать к европейской сцене и публике. «Утренние звездочки» нашего региона отправятся на фестиваль российского искусства в Канны. Так что все это время им придется готовить не только свои номера, но и загранпаспорта. С вами была программа «Молодежная редакция». У нас в гостях была Дарья Бойцын. Учите историю, цените ретро, но не забывайте о современности. Пользуйтесь интернетом с пользой, смотрите выпуски нашей программы на сайте gdrk.defisomsk.ru. А еще у нас появился свой канал на YouTube. Посещение группы ВКонтакте «Молодежной редакции» подскажет вам, как стать именинником выпуска. А новые герои этого выпуска уже присматривают праздничные торты. Смотри внимательнее. Увидимся. Пока!